гимн Советского Союза. Мы сейчас узнаем, кому же принадлежат права на гимн Советского Союза. Выложим это видео с музыкой в YouTube, и YouTube после совещания с Google нам обязательно напишет, кому же принадлежат права на ту или иную музыкальную композицию. Ну, а что касается авторских, здесь, на этой пластинке, выпущенной в 1985 году, написано черным по белому, что написал гимн Советского Союза А.В. Александров, С. Михалков и Г.Л. Регистан, хор и оркестр Государственного академического Большого театра СССР, дирижер Юрий Симонов. Я надеюсь, что мы узнаем, что права на гимн Советского Союза в этом исполнении принадлежат, ну, как минимум, фирме «Мелоди». Сейчас мы все с вами, ребята, узнаем. Итак, это гимн СССР с пластинки 1985 года.